Интервью, которое парни дали Ньюсблоку, получилось довольно подробным и интересным. Поэтому мы разбили его на две части. И прямо сейчас окончание нашего разговора. Как изменилась ваша музыка в сравнении с последним альбомом? Ну, я думаю, она безусловно, стала более персональной, она отражает нас. Дело в том, что мы многому научились, и на новом альбоме будет компромисс, который мы находим между нами и между нашей аудиторией. Безусловно, все это отразилось на песнях и на материале альбома. Думаю, новый альбом будет более зрелым, потому что мы научились многому во время живых выступлений. Мы понимаем, что заводит людей. Это не то, что ты сидишь дома, пишешь музыку на собственном компьютере и балдеешь от собственного бита. Все не так. Нужно получать энергию из зала, а потом переносить ее на альбом. Я думаю, новая пластинка будет более драйвовой, больше фанка, больше рока. Но все это под соусом электронной музыки, то, что отличает Bomb Funk MCs. Расскажите об Украине, о российских городах, в которых вы были, о Санкт-Петербурге и Новосибирске. Какие впечатления? Мы всегда хотели поехать в Сибирь. Да, в Сибирь. Когда мы приехали в Новосибирск, мы просто не знали, чего ждать, но зрители нас так тепло встретили. Забавно, что перед тем, как приехать в Новосибирск, я должен был поговорить по телефону с кучей людей, и они все просто не верили, что мы приедем. И организаторы думали, что все это просто подстава. Да, и на улицах ходили слухи, что Bomb Funk MCs нифига не приедут. Да, но когда мы приехали, все было отлично. Да, это свело всех с ума, и публика очень обрадовалась. Да, и еще помню один случай, который случился с нами в Украине, по-моему, в Одессе. Одна девочка подошла и спросила: «А вы настоящий Bomb Funk MCs или вы копия?» Rolling to the sounds and we love it like that.